Данный узор называется веревочное переплетение. Раппорт составляет 3 петли. И это значит, что нужно набрать число петель кратное 3. Я буду набирать 12 петель и в конце набора добавить одну петлю. То есть всего у меня должно получиться 13 петель. Делаю первую петлю. Так. И набираю 13 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Получаем цепочку из воздушных петель. А далее я делаю 3 петли воздушные для подъема, то есть для высоты. Раз, два, три. И вот в эту петельку провязываю столбик с одним накидом. Так. Затем делаю воздушную петлю. И в соседнюю петельку, то есть вот сюда, провязываю еще один столбик с одним накидом. Получается вот такой вот элемент вязания. Затем мне нужно пропустить одну петлю воздушную. И, то есть вот данную петельку я пропускаю, в следующую петлю я провязываю столбик с одним накидом. Делаю воздушную петлю и в следующую воздушную петлю на цепочке провязываю еще один столбик с одним накидом. Сейчас у меня уже два элемента по два столбика. Далее как бы рисунок повторяется, то есть я пропускаю одну воздушную петлю и в следующую провязываю столбик с одним накидом. Делаю воздушную, то есть столбики как бы немножечко наклоняются. И так, в следующую петельку провязываю еще один столбик. Так, у меня уже 3 элемента. Затем пропускаю воздушную вот сюда, провязываю столбик с одним накидом. Делаю воздушную петлю и в следующий провязываю столбик еще с одним накидом. Так, осталась у меня одна петелька, и в нее я провязываю боковой столбик, то есть еще один столбик с накидом. Затем мне нужно сделать цепочку из 3 воздушных петель. Раз, два, три. И сейчас вот в эти парные элементы, то есть вот сюда, сюда и сюда, я буду провязывать такие же парные, то есть по 2 столбика с одним накидом через воздушную петлю. Итак, теперь я буду провязывать похожие элементы, то есть такие же парные столбики с накидами, каждую пару по одной паре. Соответственно, задевать можно за саму воздушную петлю, а можно насквозь. То есть я буду провязывать насквозь. Итак, в первую пару провязываю первую пару. Столбик с накидом, воздушная. И еще один столбик с накидом. Так. Затем во вторую пару. То есть вот сюда. Столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом. Так. Дальше в третью пару, то есть вот сюда, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И затем в последнюю, то есть вот сюда, столбик с накидом, воздушная
и еще один столбик. Теперь нужно провязать последний столбик в цепочку, то есть я провязываю столбик как бы крайний в цепочку из воздушных петель, то есть верхнюю петлю вот сюда для формирования края. Тоже не с самого узора, а с тем расчетом, чтобы край был одинаковый с той и с другой стороны. То есть получается вот такой вот узор. Далее делаем то же самое, то есть 3 воздушные петли, и узор повторяется. То есть по 2 столбика с накидами провязываются в предыдущие 2 столбика. То есть тут достаточно простой узор. Вот у меня первый элемент, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так далее. То есть вяжите необходимое количество рядов.